Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной трешечок. У нас сегодня будет интересный роллинг за алмазы героев. Вот такие вот алмазы героев. Можно получить офигенных редких героев, которых вы соберете намного быстрее, чем там с рендома. Конечно, эти камни донатные. Для бездоната они недоступны. Надеюсь, вскоре будут доступны, потому что отсюда падают самые топовые герои, которые просто по сути получаются у вас как дополнение к вашему донату. Но опять же, есть очень много, но есть некоторые герои, которые падают отсюда вообще просто обалденно, есть которые очень редко падают. У нас вот такой вот сегодня будет роллинг. Что мы имеем? Рогатка, Бугимена, Сура, Коммодора, Анубис, Фрея. Можно получить сразу целого героя. Как видите, возле них стоит звездочка. То есть это то, что вы получаете героя целиком. Огника здесь всего лишь 2 осколка. На Титайке намного больше дают. Там 5 и 10, по-моему, если я не ошибаюсь. Потом зайдем туда, посмотрим. Там камней намного больше падает. Но там в разы больше надо на трату. Также вот ради чего я хочу посмотреть этот роллинг. У нас здесь падает Лазурикс, то есть Ледяной Феникс, который один из последних героев, там имбовый, очень офигенный герой, во многих местах применяется для бездоната, тем более он бездонатный, его можно выбить за роллинг. Я уже его выбивал у себя на всех серверах, уже начал другим выбивать. Так, ну что, вот такие вот у нас плюшки. У нас есть 130 попыток. И сейчас мы попробуем что-то вытащить интересное. Поехали. Так, ну, рогатка 20 осколков. Бугимен 30. Чем плюс? 2 осколка сразу же падает огника. В чем плюс? Можно добить осколки, которых вам не хватает. Еще 2 осколка, нифига себе. Вольт. Вот целый Анубис, то, о чем я говорил. Сторм, Махатма, 20 осколков. Но нам Ледяной Феникс нужен. ПБшка. Интересно, с какой Асурик. 40 осколков Фрей, опять Махатма. Рейка. Да, ПБшка неплохо падает и Фрея. Смотрите, что делается. Фрея, Фрея. И даже целую Фрею вытащили. Офигеть. Еще Вольтик. Еще Асурик. Ну, где? Командора. Ну, как видите, герои реально очень крутые. Асурик. Блин, ну хочу я Леда Феникса вытащить. Лаваника здесь просто бешено. Мы уже потратили 32 попытки. Ну давайте ролим за 450. Disc Knight. Так, окей, поехали дальше. Бугимен. Ну, где-то. Рейка. Некрос. Еще один целый Анубис. И еще один целый Анубис. И Фрея, ну вот то, о чем я, ребят, говорю, если вы хотите собрать там крутых героев, то лучше в этой акции ждать камней, то есть их копить. На других серверах, конечно, разные, просто, блин, жесть. Интересно, Командора целая упала, а Леда Феникса я ни разу, смотрите, сколько Анубисов падает. Короче, Анубисы и Фреи падают полным ходом. Ну, это, в принципе, ничего не поменяет. Вольт. Фрея. Стрелок. Некрос. Стрелок. Жесть. Просто жесть, сколько осколков. А где Лазурикс? Он вообще здесь есть? Я не знаю, мы, по-моему, уже все наролили, что можно было. Смотрите, Асура, Некрос, Стрелок, Рея, ПБшка, Рогатка,
Жесть просто. 56 попыток, уже половина. Офигеть. Еще целая Фрея, еще Махатма. Давайте еще попытку сбегаем в рейды. Это просто жесть, сколько мы всего выбили. И, как видите, Лазуликса мы так еще не словили. Так, окей. Поехали дальше рулить. 50 попыток. Рогатка. Асура. Жесть. Анубисов, конечно, здесь нападло. Я не знаю, сколько. На красоточную четвертую часть собрали. Фрея, Фрея. Где, блин, осколки? Пусть скажут, что это рандом. Просто жесть. 20 осколков, и мне одному огника выпало намного больше. Нам, в принципе, все уже выпало. Посмотрите, ну просто осколки тупо не падают. Анубис. Ну, короче, день Анубиса и день Фрей. Как всегда. Релок. Семь попыток. Ну окей. Попробуем так. Фрея. Релок. Бугимен. Да нифига он не упадет. Тупо. Вольт. Поехали посмотрим, что у нас получилось. По героям. А, оно не дает нам их целыми, не показывает. Но у меня есть он. Анубиса у нас дофига нападало. Фрей тоже нападало дофига. Жесть, короче. Посмотрим осколки. Бугимен, Рогатка, Махатма, Асура. Вот видите сколько. Башка, Рейка. Анубиса там должно быть, наверное, больше всего. А, 1000. Не так уж и много. Ну, Лазуликса, вот видите, 105. И то я эти осколки собрал с сумок. Остальных у меня просто пока нет. На русском-то больше, но на русском я дольше играю. Жестко, ребят. Что у нас тут еще есть? Ну, видите, отсюда еще осколки падают дополнительно. Это на буге. У меня эти сумки не открыты. Ну, что я могу вам сказать? Пусть они скажут, что это рандомчик, но это реально не рандомчик. Как видите, к сожалению, не падают хорошо осколки, то ли они их не добавляют, я не могу понять. Сказать, что это просто рандомчик, ну, я не знаю. Выпало, что нам все, и, в принципе, мы некоторые герои в осколками там в нескольких количествах, даже Охник там выпал там не один, сразу там 3 или 4 подряд, ну, конечно, потом он перестал нам падать. Но Лазуликса мы так и не выбили, вот, что самое удивительное, как всегда, первые эти, их просто тупо не добавляют, возможно, через несколько там недель они их добавят, нормальный рандом сделают, но, как видите, даже за донатные камни мы не смогли словить этого героя вообще даже не один раз.
130 попыток, и он не упал. Хотя я вчера выбил его за пару тысячек, не знаю, там само до 1000 слил и выбил его так. Так, что там у меня по питомцу? Рандомчик, в общем. Так, вот отлично, можем еще его поднять левел разок. Плюс 15 силушки. Да, тут питомцев еще качать и качать. В общем, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.